Спасибо. Ремонт, замена, утилизация. Три принципа коммуникации. Провожу самодиагностику. Список, метка, природа, коррозия. Провожу диагностику. Файлы повреждены. Список. Серия. Сервис. Сервомеханизмы. Возможная проблема. Разрушенная схема нашла новые инструкции. Передвигаюсь.
Дайте дорогу. Изучаю. Ваш костюм поврежден. Позвольте. Ремонт завершен. Будьте внимательны. Дайте дорогу. Приближается оператор. Передвигаюсь. Thank you.
цели. Ошибка. Признаки диплома не обнаружены. Слушайте, мне тут птичка напела, что вы недавно заткнули течь весьма необычным способом. Да, это случайно не птичка же Полис по фамилии Красиков? Не исключено. Можно поподробнее? Нет, а то мне достанется на орехи. Я просто утоплю вас в баке с угрями. Ой, ладно, у нас не хватало запчастей, и я одолжил гипс-пушку у ребят из аппаратной. Отлично сработало. Остроумно. В следующий раз позаботьтесь о том, чтобы у вас были необходимые запчасти. Ясно, босс. Господи Иисусе, Морган! Помощь уже в пути? Как все это произошло?
квалифицированным инженером. Морган? Что вы здесь делаете? Я думала, вы на земле. Я бы встала, но ноги и легкие, и нервная система. Что вас удивляет? Про Пракси, помните? Вы предупреждали меня. Лекарство в моем кабинете. Мне туда уже не добраться. Я оказалась заперта, когда пробила корпус. Ни электричества, ни воздуха. И даже не думайте идти за ними. Мы просто умрем. Хватит меня оберегать. Я думала, вас перевели со станции. Или вы сами ушли. Откуда вы здесь? Я думала, вы на земле. Какая злая ирония. Мне приходится скрывать болезнь, чтобы работать на компанию, которая могла бы меня вылечить. Но лучше я буду понемногу терять контроль над своим телом, чем стану одной из них. Как думаете, они что-нибудь помнят? Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Вы не помните ее, но она помнит вас. Она работала на Талосе-1, скрывая свое состояние. Когда вы про это узнали, следовало отослать ее на Землю. Но вы сделали исключение. Не знаю, несете ли вы теперь ответственность за это. Без лекарств ей долго не протянуть. Вам решать, хотите ли вы ей помочь. Оператор. Изучаю. Ваш костюм соответствует стандартам.
Системное оповещение. Необходим ремонт. Запрос нового оператора. Медоператор Тамстар, класса пирамида 490, готов. Не заденьте проем. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Оповещение. Необходим ремонт. Пониженная гравитация. Вы никогда не слушаете.
Назначен сеанс. Боже, Морган, вы меня иногда чертовски удивляете. Пожалуйста, прямо в шею. Там есть следы. Самой делать сложнее. Системное оповещение. Необходимо. О боже, я снова дышу и чувствую ноги. Все еще пятна перед глазами, но это пройдет. Спасибо, Морг. Дайте мне отдышаться, убедиться, что я могу стоять на ногах. Так, системное порядок. Оповещение. Необходим ремонт. Не знаю, что бы я делала, если бы не вы. Я могу идти. Спасибо, Морган. Надо было просто отдышаться.
Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Мне было интересно, как вы отреагируете, когда найдете Екатерину. Вы рисковали жизнью ради нее. Похоже, при извлечении нейромоды стерлась не вся память. Не до конца. Возможно, самые яркие воспоминания все же оставляют след. В подсознании. Или в вас больше сострадания, чем я ожидала. Вы уверены, что не было бы лучше... Не хочу показаться черствой, но когда она узнает, что вы хотите уничтожить Талос-1, неизвестно, как она отреагирует. Ведь покинуть станцию нельзя. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Здравствуйте. Рад вас видеть. Системное оповещение. Необходим ремонт.
Свяжитесь с квалифицированным инженером. Системное оповещение. Необходим ремонт. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Тестируем. Легкие ранения. С этим справимся портативно. Готово. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером.
Нет.